Добрый день, рыболовы! Данный видеообзор приготовлен специально по заказу F-магазин, и в нем я расскажу про интересную блесну от компании Куосама Монни в окраске BLSR. Данная блесна выпускается в нескольких модификациях. Эта модель имеет вес 15 грамм, размер 60 миллиметров. Давайте поближе ее рассмотрим. Данная блесна не так проста, как кажется. Финны так просто ничего не делают. Но, во-первых, по геометрии это обычный овал. Но здесь, во-первых, вот это вот углубление, а здесь оно выглядит как наоборот, такое с полосочкой вздутая, создает совершенно особенное колебание. Это первое. Второе. Бусинка, которая находится сама в отверстии. Меньше является отверстие. Это тоже имеет свое назначение. И отлично вращается. Привлекая рыбу, вращается и при проводке. Вот в чем дело. Это два. Третье. Ноу-хау. Это отверстие довольно крупное в головном конце блесны. И большой правильный тройник. Почему я говорю правильный? Потому что он, как и положено, является такой же, соответствует своей шириной, ширине самой широкой части блесны. То есть он не должен быть ни меньше и желательно не больше вот этой вот длины самой широкой части. С обратной стороны все выкрашено в красный цвет, что тоже добавляет привлекательности данной блесне. Большие, очень прочные заводные кольца, задние и передние, и острейший тройник. Вот эти особенности делают данную блесну чрезвычайно уловистой. Но где? В первую очередь я ее применяю на реках с быстрым и средним течением. Именно такая блесна позволяет вести ее где угодно, в любом горизонте, то есть у дна или где-то посередине, в пол воды для ловли пелагических рыб. Также можно вывести ее на поверхность. При этом быстрое течение выдавливает вот большую часть блесен на поверхность. Эта блесна не выдавливается наверх. При любой проводке можно даже поставить ее и на месте, она будет играть, но при этом держит горизонт, иногда даже падает до дна, но не выскакивает наверх, как, например, тот же профессор от Куосама. Он всегда выдавливается при большом течении наверх, аж выскакивает. С этим ничего не происходит. Вот это происходит благодаря вот этому отверстию, которое, собственно говоря, гасит давление воды снизу, благодаря вот этому проему между отверстием, между бусинкой тоже гасится давление воды. И блесна еще и при этом играет. Играет хорошо, совершает галсы вправо-влево, потом идет потихоньку прямо. Потом опять вправо-влево и еще идет немножко прямо. То есть игра такая сложная. Не хаотичная, а вот сложная. Игра достигается она, потому что здесь разная толщина металла еще. То есть она не изготавливается способом штамповки. Эта блесна изготавливается методом литья. Только Росанен может использоваться. Вот та блесна, которую я знаю, хорошо ловит и изготавливается с помощью штамповки. Все остальные хорошие блесна изготавливаются с помощью литья. И этим производит просто магическое действие на рыбу. Как ее я провожу? Провожу в основном я равномерной проводкой. Очень люблю ее твичить, скорее подтвичивать, если правильно сказать. То есть ведешь, потом несколько дергов вверх и опять ведешь. Вот такие подтвичивания, чтобы держать горизонт и немножко рыбу раззадорить. Также, конечно, это stop and go. Ее ведешь равномерно, такую подтяжку длинную, и отпускаешь, она сыпется на дно. И потом снова подтяжка и пауза, пока она не осыпется на дно. Вот когда она сыпется,
она просто катастрофически привлекает рыбу вот этими вот своими движениями. Поэтому, несмотря на такой небольшой размер, она может ловить крупную рыбу, что является трофеями. Это, в первую очередь, щука и судак. Окунь также ее любит. И чем я был удивлен, в конце весны, начале лета, она отлично ловит по среднелистового жереха. И причем не маленьких размеров. Вот что-то жерех в ней тоже вот находит. То есть практически из моих слов ясно, что она является полным универсалом. Окрасок всего 5, но все они можно подобрать под любые условия ловли. Ну и любой цвет ловит хорошо. Вот этот цвет я уже называл BLSR. И еще 4 цвета, которые имеют желтый, зеленый, оранжевый и синий оттенок вот здесь, вместо блестящего. Но оно блестит, но с определенным цветом. Я выбрал вот такой самый натуральный. Данная блесна, конечно, должна быть у вас в коробках, кто особенно ловит блеснами. Потому что мы уже давно знаем, что даже во времена клевой щуки, скажем так, октябрь, есть дни, в которые ловится на джих рыба, есть дни, которые ловятся на воблеры, и меньше всего, но тоже есть такие дни, которые ловится рыба только на блесна. Поэтому вот ее нужно иметь в своих коробочках. Всем рекомендую ее к покупке. Остается в конце лишь добавить, что ссылку на данный товар вы можете увидеть в описании под видео и купить ее на fmagazin.ru. На этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. До свидания. За F-магазин. Игра этой блесны от фирмы Куосама. Вот она с бусинкой, с отверстием. Очень хорошая блесна, особенно на течении. Отверстие гасит давление воды. Так она идет прекрасно на равномерке. Рыскает в стороны. Вот. Все, что нужно щуке, здесь есть. Хорошо она поддается подтвичиванию. Вот когда ее ведешь. И такие подтвичивания. Она делает сразу галс широко в стороны. Вправо-влево. И вот уже рыбка попалась. Вот такая. К сожалению. Она, наверное, не выживет. Но мы ее все-таки отпустим. Ну и, конечно же, для этой блесны не мешает провести ее stop and go. Потяжка, пауза. Потяжка, пауза. Потяжка, пауза. Вот именно во время паузы она сыпется вниз. Сыпется настолько красиво, даже я бы схватил, наверное. Вот. И быстро достигает дна. Ну тут течения почти нет. На течении самое то, что нужно. Хорошая блесна.